Учитель Цзунфэй, а почему мое новое имя так похоже на имя Даошаня? Имя каждого нового монаха Шаолиня составляется из трех частей. Первая – Ши, указывает на принадлежность монаха к нашему храму. Эту часть имени мы обычно не произносим. Вторая часть берется из строгой последовательности имен, 300 лет назад описанной в стихе настоятеля Фую. Она повторяется для всех учеников одного учителя, поэтому моих послушников всегда будут звать Дао. Ну а третью часть, уникальную для каждого монаха, придумывает сам учитель. Давай перейдем к более насущным делам. Теперь, когда ты стал одним из нас, я хочу обучить тебя еще одной нашей технике. О ее существовании знает не так много людей, а владеют ей и того меньше. Она основана на умении полностью контролировать свое ци. Обычно мы начинаем обучать ей только спустя месяцы подготовок и медитаций. Однако сейчас у нас нет столько времени. Эта техника называется «Три земные печати». В отличие от южных стихий, она лучше всего подходит для сражений против нескольких противников. Этот стиль сильно отличается от того, к чему ты привык. Вместо того, чтобы наносить удары, земные печати позволяют нам использовать ци для непрямого воздействия на врагов. Первая печать – это печать гармонии. Она ослабляет защиту твоих врагов. Вторая печать, печать легкости, поднимает противника в воздух. Наконец, третья печать, сосредоточение, стягивает врагов к тебе. Чиновник Ван Тайцин, который открыл нам расположение базы Вакоу, прислал еще одно письмо. Он поздравляет нас с победой и благодарит за помощь, которую мы оказываем местным жителям, пока глава провинции бездействует. Благодарность в суп не положишь. Лучше бы он армию выслал. Ван Тайцин всего лишь цензор, а цензоры армии не высылают. Он может только арестовать виновных в некомпетентности или коррупции. Также чиновник говорит, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он приглашает меня в свою временную резиденцию в город Ханчжоу, чтобы с глазу на глаз все обсудить. Джэнь Лун и Дао Кун отправятся со мной. Вакоу напали на резиденцию. Гуан Ли, какой план? Первоочередная задача – защитить Ван Тайцина. Резиденция очень большая, и мы не знаем точно, где он. Придется разделиться и прочесать всю территорию. Как только найдете чиновника, защищайте его до прихода остальных. Thank you.
Благодарю вас за спасение. Каким-то образом, Вако уже успели узнать о вашем приезде. Тут никакой загадки нет. Губернатор провинции состоит в сговоре с пиратами, и у меня есть все доказательства его причастности к происходящему. Теперь понятно, почему никто до сих пор не собрал войска и не дал им отпор. Почему вы не можете арестовать его? Вы, вероятно, еще не слышали, но совсем недавно, после продолжительной болезни, скончался наш император. Вместо него на престол взошел его сын, Джу Идзюнь, который пока еще совсем ребенок. Все это время окружение юного императора пытается договориться о том, кто станет регентом до достижения им совершеннолетия. Однако пока что все эти советники, евнухи и знать лишь тонут в распрях и спорах. Простой народ страдает, а их, как обычно, волнует только власть. К сожалению, это так. А я, как и все цензоры, подчиняюсь только императору, либо его регенту. И только от него могу получить разрешение на арест. Поэтому в ближайшее время мои руки связаны. В отличие от вас, мы бюрократическими рамками не скованы. Ввязываться в ваши разборки с губернатором мы не будем. Но если у вас есть сведения, касающиеся Вакоу, то мы готовы вас выслушать. На большее я и не рассчитывал. Как вы знаете, многие годы в нашей стране действовал хайцзинь, морской запрет, который запрещал торговым кораблям других государств входить в порты Срединного царства. Я хорошо помню, как его отменили сразу после разгрома Вакоу. Говорили, что снятие запрета предотвратит повторное возникновение пиратства. И Вакоу действительно не было видно все эти годы. Но в Хайцзине было исключение. Государство Рюкю. Им единственным разрешалось торговать с нами по морю, и благодаря этому они смогли нажить себе немалые богатства. Теперь же они лишились своего исключительного положения. Я предполагаю, что рюкийские торговцы наняли бывших Вокоу, чтобы возобновить нападение. Через своих людей при дворе они будут добиваться восстановления Хайцзиня, используя новое нашествие пиратов как предлог. Еще и смерть императора пришлась им как нельзя кстати. Скверные новости. Добраться до этих торговцев будет непросто. А вам ничего не доводилось слышать о человеке по имени Фуда? Его упоминал один из лидеров Вакоу. Фуда? Нет, ни разу. Но я постараюсь что-нибудь узнать о нем. В свою очередь, хотел бы попросить вас тоже передавать мне любые сведения, которые покажутся важными. Сейчас пригодятся любые зацепки. Договорились. Голубь доставил тревожное письмо из монастыря на вершине Дзюхуа, одной из священных гор буддизма. Монахи сообщают, что их атаковали пираты, но им удалось отбиться своими силами. Я знаю этот монастырь. Его монахи отличные воины и многому научили меня в свое время. Однако непонятно, зачем он в Вакоу. Храм их невелик и дорогих святынь там нет. Вот и попробуем это выяснить. Для тебя у меня уже есть другое задание. А вот ты, Даокун, отправляйся туда и попробуй узнать, что Вакоу могли там забыть. Придется продираться сквозь траву.
посмеют сюда сунуться. Вакоу снова атакует монастырь. Монахи наверняка укрылись в главном храме. Thank you.
Настоятель тяжело ранен и не смог выйти, но мы все благодарим тебя за помощь. Надеюсь, что в этот раз пираты наконец отстанут от нас. Как ты думаешь, что они хотели здесь найти? Когда-то наш храм был крупнейшим в провинции, а в одной из пещер, по легенде, хранилась древняя реликвия. Она обладала невероятной силой, и только избранным монахам разрешалось приближаться к ней. 200 лет назад произошло сильное землетрясение, которое разрушило значительную часть комплекса. Тогда реликвию было решено переправить в другое, более безопасное место, а монастырь вскоре пришел в упадок. Пираты могли узнать об этой реликвии из древнего текста, написанного еще до катастрофы. Ты знаешь, куда ее перенесли после землетрясения? Точных записей об этом не сохранилось, но в преданиях обычно упоминается храм Верхнего Неба на одной из высот гряды Хуаншань. Спасибо тебе. Эти сведения могут очень нам помочь. Монахи считают, что целью Вакоу была древняя святыня, которая когда-то хранилась в их монастыре, но с тех пор была перенесена в храм Верхнего Неба на Хуаншане. В даосском храме одна реликвия, тут другая. Да это не пираты, а расхитители гробниц. Все это очень странно. Если помните, Джен Лун говорил, что в монастыре на горе Путо Вакоу тоже искали что-то конкретное. Путо и Цзюхуа — это священные горы буддизма. В то время как Лунху, где мы нашли первую реликвию, является одной из священных гор даосизма. Это напоминает мне одну древнюю легенду. Но нужно ее проверить. Обязательно проверишь. Только сначала отошли письмо Ван Тайцину и сообщи все, что мы узнали. После этого соберем группу и наведаемся в этот храм Верхнего Неба. Его обитателям тоже может угрожать опасность. Насос не работает. Плохой знак. Yeah!
Пока насос сломан, здесь не пройти. А здесь легко увязнуть. Thank you.
Похоже, что в ящиках у них в основном еда и припасы. Нужно рассказать крестьянам из соседней деревни, им они пригодятся. Yeah!
Отойди от святыни и убирайся отсюда! Или тебя ждет участь твоих прихвостней! Эх, не успел. Говорил я Фуда, что уже давно нужно было вас прикончить. А он ни в какую. Проклятая монашеская солидарность. Фуда? Монах? Ой! Кажется, я сболтнул лишнего. Или нет? Монах он, монах. Японский, разумеется. Сахей. Переживает, что стольким людям пришлось страдать. Но все равно оправдывает себя высшими целями. Он порой бывает таким скучным. Но что мы все о нем да о нем? Давай уже займемся делом. Полагаю, это и есть та самая реликвия. Если под реликвией ты подразумеваешь одну из частей нефритового диска Хэшеби, то да, это она. Моя догадка подтвердилась. Хэшеби? По легенде, этот могущественный артефакт наделяет своего владельца огромной силой. Во всех манускриптах написано, что диск бесследно пропал 300 лет назад, во время монгольского нашествия. Все верно. Когда армия варваров приближалась к столице, диск было приказано разделить на три части и надежно спрятать. Столицей тогда был Ханчжоу, поэтому и куски были поспешно спрятаны именно в здешних местах. Почему у вас всегда все так сложно? Ведь можно же было просто уничтожить этот диск. Но нет, обязательно нужно было поделить его на части, чтобы потом какой-нибудь очередной псих смог объединить их и захватить мир. Пока Хэшеби цел, энергия, заключенная в нем, постоянно циркулирует и сама никак себя не проявляет. Если диск уничтожить, то эта энергия высвободится слишком резко и вызовет страшный катаклизм. Сейчас целостность диска тоже нарушена. Но с нестабильностью осколков можно совладать, если хранить их в особых местах сосредоточения силы. Одними из таких мест являются священные горы Срединного царства. Первый осколок был спрятан в даосском храме на горе Лунху, второй — в буддийском храме на горе Цзюхуа, а затем был перенесен сюда. Третий осколок должен быть в конфуцианском храме, но в каком именно, мы не знаем. Вы все время говорите о какой-то великой силе, которую дает этот диск. Но что именно это за сила? Хэшеби позволяет стирать грань между мирами. Его владелец может в один миг призвать тысячи духов из других миров, и все они будут подчинены его воле.
Однако за это ему придется заплатить страшную цену. Человек, совершивший ритуал, свяжет себя с диском и будет вырван из колеса перерождений. После смерти диск вберет в себя сущность владельца, и она навсегда станет частью Хэшеби. Тот, кто стоит за всем этим, либо обезумел от жажды власти, либо ему действительно нечего терять. Именно поэтому настоятель подержать осколок у себя до окончания конфликта с Вакоу. Он сказал, что осколок будет долго сохранять стабильность, если не пытаться использовать его энергию. А они в это время попробуют найти для него... Отлично. Берем осколок и отправляемся обратно в Тулоу, пока их разведчики не увязались за нами. Пока герои думали над дальнейшими планами, от Ван Тайцина пришли хорошие известия. Его информатор с Рюкийских островов узнал ценные сведения о Фуда, лидере Вакоу. Этот человек будет ждать встречи в городе Наха, столице Рюкю. Половина монахов отправилась туда на корабле Люхайбо, а вторая половина осталась защищать страну от набегов пиратов. Итак, мы на Окинаве. Не думал, что когда-нибудь снова окажусь здесь. Мой корабль в местном порту хорошо знают, но не то чтобы очень жалуют. Поэтому я пришвартовался в одной укромной, скрытой от случайных глаз бухте. Что-то мне начинает подсказывать, что никакой ты не торговец, а простой контрабандист. Бывший контрабандист. И где ты найдешь торговца, который умеет так ловко обращаться с копьем? Не так уж и ловко ты с ним обращаешься. Оттаскать бы вас, засранцев, за уши! Не хочу прерывать вашу увлекательную беседу, но перейдем к делу. Информатор ждет нас в чайной в центре города. Ван Тайцин уже должен быть там. Если Вакоу действительно связаны с торговцами Рюкю, то у них могут быть свои люди по всему острову. Разделимся, чтобы привлекать меньше внимания. Thank you.